Этот звук его уже не раздражает. Так он работает вот уже 10 лет. Евгений Есин – зубной техник. Протезы, мосты, коронки – он делает все, чтобы люди могли жевать. Работает Евгений в стоматологической клинике медицинского университета. Я сейчас боюсь стоматологу сам. У меня брат первый закончил училище. И я посмотрел, мне понравилось, как он работает. Я тоже пошел. На чемпионате России среди зубных техников ему не было равных. Вернее, его работе. Он изготовил для конкурса комбинированную конструкцию протеза. Работу признали лучшей, а Евгений Есин стал абсолютным чемпионом. Чемпионат этот создан для популяризации профессии, именно профессии зубного техника. Зубные техники, они даже вынуждены постоянно совершенствоваться и улучшать свои навыки, потому что постоянно всегда присутствует молодежь. Молодежь, которая ищет знания, хочет учиться, образовываться, хочет в последующем работать. Вот эти зубы хорошо препарированы. Правильно. А вот здесь слишком большая конусность, слишком большой стук. Можно поменьше все это сделать. Рядом с рабочим местом симуляционная аудитория. Здесь уже учат будущих стоматологов. Сверлить зубы они пока могут без опаски. Навредить манекену практически невозможно. Профессию по-прежнему считается одной из самых престижных. Но без зубных техников, отмечают специалисты, любой врач как без рук. Кстати, победа Евгения Есина стала первой для Саратовского медуниверситета за последние годы. Но на стоимости его услуг как специалиста это не скажется. Павел Фитилев, Игорь Шишилин, Новости Телеобъектив.